Ну что, поехали, ребята. Стэнфорд Гейм. Я прошу Бога спасти меня от ощущения других душ. И мне нравится мое творчество, поскольку оно их задевает. Так что пускай они просто расслабятся. Они его никогда сюда смотреть не будут. Я же это знаю. Они во мне его слушают и бесят. У нас такие вещи делают, как они со мной делают. Я буду, ребят. Я хочу выйти танчик. Погнали. Я там брала на русском. Надо, чтобы только я посмотрел ролик, я слышал, что это брала на русском, что я подписал, что на русском, а не на английском. А то будет YouTube меня заблочить еще надо. Так что с колдуном просто поорали. Они, ихняя карма быстро смешивается, чем за то, что они со мной сделали. Нет ни реинкарнации, ничего, я просто вот это вот жизнь все. И не надо такую хрень выдумывать про реинкарнацию, чтобы это вот так вот вас не сказала дебила. Потому что у вас последнее нет такого позора. Какого позора? Я же говорю, мои ролики никто не смотрит, кроме меня. Поэтому нефиг мне за это предъявлять. Дело не в ролике. О май гад! Third place, but this movie with sense, you can see... Oh, even fourth place! Oh. So, yeah, I say something. Let's go to speak with you, friends. No, almost no one look at my video, but I try, I'm soul in my movie, doing made soul in my movie.